И еще в рамках 8-го гражданского форума Казахстана были подведены итоги конкурса «Таным» и государственной премии для неправительственных организаций. В торжественной обстановке были отмечены общественные организации и деятели, бизнесмены, государственные органы, внесшие значительный вклад в социальное развитие страны. Например, в одной из номинаций премии «Таным» победил общественный фонд, который уже 2 года бесплатно помогает в реабилитации детей с синдромом Дауна. Есть дети, к примеру, школьного возраста 7, 8, 9 лет, которые до того, как пришли к нам, они вообще не разговаривали. Тут они начали произносить свои первые слова. Есть детки, которые не ходили, то есть только учились сидеть, ползать. Они у нас пошли.